Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы будем готовить куриные рубленые котлеты. Состав этих котлет можно варьировать. То есть, если кто хочет, может добавить картофель, кто-то его не добавляет. Основным, конечно, составляющим является куриная грудка, яйца, лук, перец, соль. Ну и, конечно, можно добавить либо майонез, либо сливки. Первым делом займемся куриной грудкой. Отделяем мясо от кости и мелко нарезаем. Измельчаем лук. Кто-то любит много лука, кто-то мало, а кто-то совсем не любит лук. Поэтому регулируем все по своему вкусу. Натираем картофель на терке. Отжимаем лишнюю влагу и добавляем к нашему мясу и луку. Так как картофель содержит крахмал, это сделает наши котлеты более нежными. Вбиваем 2 куриных яйца, добавляем 1 или 2 столовых ложки майонеза или сливок и солим, перчим по вкусу. И все хорошенько перемешиваем. Отбиваем нашу массу, стала более такая плотная консистенция, и разогреваем масло на сковороде. Формируем наши котлетки и обжариваем с двух сторон до готовности. Перекладываем наши котлетки на бумажное полотенце, даем стечь лишнему маслу, если таковое есть. И можно приступать к трапезе. Ну вот, наши сочные, вкусные рубленые котлеты из куриной грудки готовы. Можно звать всех к столу. И приятного всем аппетита! Ну а всем тем, кому данный рецепт понравился, смело его можете приготовить. И подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока! До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.